сделать? Надо побывать в его прошлом. Чего, блядь? Если вдруг ты прежний, увидишь себя нынешнего, что произойдет? Пиздец нахуй, блядь! Ясно. Никто об этом не рассказывал, поскольку если это произошло бы, некому было бы рассказать. Дело, видно, нелегкое. Ты не из наших краев, Алиса, поэтому лишь тебе можно в наше прошлое. Это вполне осуществимо, хотя и невозможно. Я не оставлю друга в беде. Если шляпник нуждается в помощи, мой долг помочь. Наведаться в замок времени, у него взять хроносферу, попасть в прошлое в уже страшный день, там спасти семейство шляпника и тем самым его самого. И уж постарайся не нарушать связь прошлого и будущего. Я себе. А вот это да. Эй! Кто-нибудь дома? Я спрашиваю, эй, кто-нибудь дома? Нет! Бриллиан Хинкель. Твое время вышло. Спасибо. О, наверное, показалось. Кто здесь? И откуда? Как удалось войти? Это невозможно! Вечно, безгранично, необъятно, неизмеримое. Если у тебя нет часов. То есть ты спрашиваешь, не будет ли у меня немного себя, чтобы уделить его тебе? Так получается? Да. Видишь как? Ха. Ты обещаешь говорить кратко? Ну, я безусловно. А то меня, знаешь, бесят те, кто не имеет навыка, в смысле, не обладает способностью, то есть, это... не... умеет... четко излагать мысли. Вот. Мне надо спасти друга от смерти. Ты долго будешь разглагольствовать? Охуеть! Он при мне. Я с ним един. Всем на свете, господин. Я немножко поэт. Ага. Ты хочешь остановить ход истории? Хроносфера приводит в движение часы вечности. Не для дела. Эти новые поколения. Сей момент! Честь моя возлюбленная! Бегу, бегу! Очень интересно. Подарок! Конечно. Мое счастье. Осмелюсь сказать, у вашей головы сегодня особенно огромный вид. О! Этот дар согрел мне сердце. О, рад. Алиса. Беги, 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 беги! Беги, блядь, беги! Потяни меня. Какой?
какой негодяй это написал. Вы сами, милорд. Почему я все должен делать за вас? Стой! Стой! Хуй тебе! You could tell them that you tried.